Ворон кричит, а вон там сидит кедровка на сухом дереве. Вон там она. Сейчас явно улетит с орехом во рту. Орех кушает. Вот там. А где она? Вот где-то тут. О, полетела. Полетела вон туда. Кедровки редко к нам наведываются. Фотографии у меня их есть. А на видео еще ни разу не снимал. Но они довольно доверчивые были вот в те разы. А это что-то не подпускает. Ворон кричит. Вот тут рудбеки. Кедровки, вон они, кедровыми орехами питаются. Вот и лещиной. Видимо, не урожай на севере. А у нас тоже не урожай. Яблок нету. Груш нету. Слив нету, черемухи нет, рябины нет. Была виргинская рябина, ой, черемуха. Да, что там еще? Черноплодка немного, а дрозды быстро съели. Вот я не видывал, чтобы дрозды груши долбили или антоновку. А вот долбят нынче, очень голодно, а и сойки прилетели. Видимо, на севере еще голоднее нашего. Вот такой процесс. Ну, улетела, еще прилетит. На телефон-то я сойку снял, а телефон приказал заряжаться. Камера тоже отрубилась. Вот это тоже батарейка говорит, надо заряжаться. Ночка на солнышке спит за камешками. Ни разу не видел, чтоб ночка вне дома спала. Вот, ну, там, в ограде, в чулане, где-то она спит. Вот, бывает. Домой приходит, тоже спит. А тут на улице вот она спит. Черная, черная, черная. Ну, тут вот. Около, около. Но, Чура, ты что-то днем умаялась, а ночью будешь бегать, да? Но, Чурка, но, Чур, но, Елюч, во, Моша ушла, понятно, к котенкам. Люды где-то не было. А, ноча спит, ноча. Только ушами отхлопывает. Хорошо, и во сне у ее уши. У животных работает, у людей, если комар прилетел, так он съест. Никакое ухо не будет откидывать никого. А вот у таких животных... О, опять сойка кричит, вот где-то она там, на пасеке, там орешники-то. Вот тут орешники-то, она тоже их вон... шерстила и там покрикивает. Докопали третий участок с картошкой. Вот она. Ой, моя тень. Участочек, ну, сотка. 10 на 10. Немножко даже меньше. 9 на 10. Ну, чего тут? Ведер 20-то будет, наверное, еще. Оттуда вон с краев я скидал. Картошка хорошая, картошка. Ну, есть и мелко. Есть и всяко. Вот. Картошка. Ветер уже дует. Бабье лето у нас. Докапываем картошку. На тех двух участках где-то больше 40 ведер к
крупной картошки. Да здесь что-то будет. Куда ее девать, тоже не знаю. Как и с медом. Ну, в подвал затарю, но подвал не безразмерный. Здесь яма, вот там у меня есть яма, но в нее уже не хочется мне ничего. Ничего не хочется перелопачивать. Вон бобы потом убирать надо. Вон. Бобики-то хорошие, уже почернели, надо будет убирать. А здесь картошка у нас. Картошка, картофель. Картофель. Картофля. Из Америки. О, какая. Покопали, сейчас она посохнет на солнышке. Уберем. Из колодца достаю 5-литровые фляжки с березовым соком. Ну, в который еще добавил сушеных яблок. Вот. Заготавливал этот березовый сок в мае, а пью уже в конце августа, в сентябре, не знаю, до конца, наверное. У меня там еще 2 фляжки осталось. Вот там колодец, вот, внутри. А сейчас пью вот так, открываю. Ну вот в этой газа почти нету, я попил сейчас. А, нет, да, 2 доставал, так там брашка получилась. А это квасок. Квасок. Вот. О, флоксик. Флоксик попался. На пасеке. На пасеке хорошо, хорошо. Пчелки летают. Пчелки вовсю летают. Погода стоит замечательно. Замечательно. Вот. Ух, пчелки, пчелки. Которые облетываются, которые уже к зиме готовятся. О, там небо, небо, небо. Но сейчас солнце не очень, но все равно пчелки летают, летают. Опять вон там белка затаилась в орешнике и сидит. Ее не видно. Она орешки хрумкает. Ножку я на них натравливал. Ночка пошла мышей хрумкать. А вон белочка. Орех у ее во рту. Во. А рыженькая ведь. Во. Хорошо видно. Белочка. Во рту орех. Сидит и хоть бы что. Белка, так ведь дикая, вот она. Ну иди хрумкай куда-нибудь, вон хвост свесился. Белочка, белочка, ноль эмоций. Вот там сидит. Вот тут лещина, там вон улей. Ага, там белка. Там пасека, вся усадьба. Вот. А, белки, хоть бы что. Вот там она сидит. Все, постепенно убираем. Картошку выкопали. Ну, здесь 20, вот здесь ведер крупно не оказалось. Ну, все это с мелочью оказалось. А крупной 15, да еще семенная. Немножко. Там на дороге. Вот на дороге там копали. Так там 25 крупной, а с мелочью так больше 3. Ой, с семенной больше 30. До дома еще под 20. Ну куда столько картошки? Вон бобы у меня вон там остались немножко. Ну, бобов тоже несколько ведер будет. А все. Ночка с Мошей где-то все лазали, пока копали. А сейчас ушли, наелись и ушли. Все уже. А, свеколка осталась. Что там еще? Фит,
Фитоляка, фитоляка. Все краснее и краснее. Фитоляка-то. Во, все лучше и лучше. Ну, что-то еще вот. Понятно, космеи-то цветут. Флоксы кое-где. Эхинацеи, еще флоксы. Новобельгийские. Только начинают, только астры. Золотарники вон те. Ой, только начинают. Если бы были заморозки, так их бы уже бы побило. А нынче пока нормально, пока нормально. О, ну флоксы. То цветут, то вянут. Все. Кабачки остались еще. А где? У меня хозяйка что-то их собирала. Они еще есть. Вон там виноград. Ага, все. Все уже. Осень. Пчелы уже только воду пьют, нектара мало, собирать нечего. Пруд высох, но немножко еще что-то есть. Вот тут я пробрался. Георгины плохо. Золотарники вот эти хорошо. Вот эти хорошо. А вон те не очень. Ну и ладно. Процесс такой. Вот такой. И вот такой. Вот цветочков-то всяконьких. Всяконьких есть. А вон ругозы. Есть и ягоды, есть и цветы. Вон где. Вон там цветы. Вон там. Кое-где еще акониты, но очень мало. Ой, ночурку вижу. Ночура. Ночура на мосту спала, а черная ее не видко. Ее не видко. Вот тут она. Нашла место, хорошее место. Ночур. Уезжаем мы. А ночура там специализируется. Чего-то не может она. Вот фитоляка. Еще посмотрю. Она никак. О, ночка дела все-таки сделала. Процесс у нее хороший, купание. Купатель такой. Ночура. Ночур, ну что это такое? Вот тут, ух, ух. Свеколка, морковка еще. Ну, это и в октябре иногда убираться. Ночур, пошла проверить. Мы там картошку только что выкопали. Вот тут. Лучок, тут клубничка была, ну на следующий год будет, и тут ночура проверяет, вот тут была картошка, да, и вдруг пустое место, ночура проверит, что тут творится, ой, даже ей поваляться, даже покатается, вот видишь, пусто. Пусто. Ну чего ты тут? Уже все обновила. Все посмотрела. Вот идет. А там у нас вон там беседка с хмелем. Ночур. Ну все, гуляешь. Ночура.
Эть, тут мышки, думаешь, могут быть? Вот там вот бобы, там в бобах мышки-то могут быть. Так что ты их карауль. Такой процесс у нас, вот такой процесс.